Я работаю пробоно. Пробоно? Да. Адвокат для бедных. Точно. И так до конца жизни? Не денежная работа, понимаю. Но мне нравится. Все зависит от моей будущей жены. Если заведем кучу детей, свой дом, дорогую машину, клиентуру наберу, не знаю. И ты бросишь работу, которую любишь? Да, само собой. Честно? С радостью. Раз уж придется выбирать. Представь, что мы женаты. Я бы, к примеру, понимаешь, я бы дал тебе все, что ты захочешь. Супруги должны друг о друге заботиться. Я бы за женой ухаживал, а она за мной. Такую женщину трудно найти. Ты так думаешь? Угу. Мое сердце открыто для стрелы. Мне пора идти. Ясно. Я тебя не обидел? Нет. Нет? Нет. А может... Нет. Просто ты попал в точку, и я растерялась. Да уж. Знаешь, не хочу, чтобы ты меня лечила. Чтоб брала анализы всякие. Что так? Ты мне очень нравишься. Я не хочу брать у тебя анализы. Надо же. Что так? Ты мне очень нравишься. О, Боже. Ну, хорошо. Я должна идти, так что... Да, понятно. Хорошо. Я тоже спешу. Еще встретимся. Пока. Пока. Пока.